Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня я хочу вам показать, как зацвела моя пеларгония. Это салмон называется. Вот это вот от производителя, значит, от Гавриш это семена были. Значит, напоминаю, что сеяла я ее 21 декабря 2019 года. Сегодня 9 июня. 2020 года. Ну, правда, неделю назад она у меня начала распускаться, но вот уже практически, ну и то не полностью еще во всей красе. Вот, набрала бутончики тоже. Такая у меня пеларгония. Ну, эти тоже все понабирали бутоны. Ну, вот скоро зацветет вся моя галерея с этих пеларгоний. Ну, вот это и пока еще ничего тут нет. Значит, что я делала? Я ее подкармливала биогумусом калием. Вот, ну, для цветочных растений один раз подкармливала микроэлементами. Вот, ну, такая у меня пеларгония.